И здрасте! Рад всех приветствовать. Прибыли ровно в то же место, которое было в крайнем видео, где мы домовые ямы в посадках нашли. Ну, идея, собственно, ну, было темно, естественно, мы ничего не поняли. Вот сейчас светло, мы приехали посмотреть, что здесь было. Вот, имеет здесь смысл шурфиться? Не имеет, как бы. Дойдем до ямы, они вон там, покажу. Дошли от машинки, вот, вот так вот идем сейчас вдоль. Идем. Там вот ямы эти будут. Двушечка. А вон 26-го года. А, и медный блинчик. Сейчас я покажу, еще достал. Прикольная хрень, не знаю, что это. Сейчас покажу. Оп. О. Толстенький такой, тяжеленький. Блинчик-то. Что бы это могло быть? Опять с фокусом траблы. Да вроде нет. Пригодится цвет медь. Еще даже с места толком не сошли. Вот ямка здесь вот сейчас. Сигнальчик. Рамочник. Хрен знает, не вижу какого года. Не пойму. Ладненько. Попробую сейчас на свету показать. Яма, вот она. Вот она. Ну, глубокая. Ну, погребная. Да. Любая. И явно она на полу где-то заваленная была. 24-го года. Не потерянные, а домовые. Да потому что здесь и были дома. Так, а что у меня с фокусом опять? Вот. Хорошо. Сейчас попробуем мы понять, что здесь происходит вообще. Пока ничего не понятно. Здесь копейка 24-го года. Не, я к тому, что где что было. Вот там, где три березы. Там никаких ям нет, но очень много черных сигналов и монет попадаются. Нет, почему там печная яма? А, она там, да? Да. А. Красокола берез. Я, видимо, мимо прошел. Ладно. Пока изучаем. Поверхность находим, пока светло. Березы старые стоят достаточно. Вот. Далеко в лес пока не заходим. Щитовичок. Пятнашечка. Кстати, в приличном таком виде. Хм, интересно. Отошли чуть-чуть дальше, вот туда. Ничего нет. Мусорка. Да, мусорка. Возвращаемся обратно. Сейчас попадаться. Там есть грибы. Так, вот такие вот штуковины какие-то. Держи. Вот. Возвращаемся к ямам. Так, очередной совет. 37-го годика. Предположили, что вот это строение, ну вот их здесь несколько было, стояло, то есть вот так шла дорога, то есть на дорогу. В принципе, там-то есть поселуха. То есть не так и не там, где сейчас, а вот здесь. Сейчас попробуем здесь, потому что в стороны расходимся, и практически ничего нет. Только, ну, советский мусор. А здесь его нет, советского мусора. Интересно, интересно. Ну, короче, полазили в округе, да, на свету. Так и получается. Стояло здесь три строения. С погребной ямой большая, раз. Вон там. Там кирпичная кладка разбита, видимо, печка или что-то еще, два. И вот в этой стороне три. Тоже небольшая яма и куча скопления железа. На этих местах мусора советского нет. Естественно, отходим, начинаются там какие-то бухара и прочие хренобора. Ну, то есть, в принципе, теоретически имеет смысл попробовать зашурфиться. Одни довоенные советы. И вот в прошлый раз в темноте был Александр Третьего трояк. А, что у меня еще? Сейчас вообще он хохма. Позднятина совет. 81-й годик. Вот такой вот. Ладно, сегодня мы еще продолжаем разведку. Сейчас еще раз попробуем туда сходить. Я нарыл каких-то кружочков маленьких. Я потом покажу, мне неохота достать. Что такое, я не знаю, может, подскажете. Много их там попадается вот там правее. Фух.
Фух, ну и сопутка медная. Короче, что хотел сказать. Всегда проверяйте ямки второй раз. Взмахнул. И еще две поздние советские монетки. Двушечка и... Двушечка и... Что там еще? А, и пятнашка. Или десять... А, пятнашка, да. Интересно. Ладно, сейчас еще посмотрим. Вроде не было больше. Короче, поздние начали монетки попадаться. Двушка. 69-й. Друзья, уехали мы из этого лесочка. В принципе, для себя мы все решили. Всю окрестность мы там прошли. Ну так, более-менее. В итоге, как я и говорил, там три фундамента. Ой, глазик-то засрался. Сейчас глазик протрем. Во. Три фундамента, короче говоря. Там три строения стояло. Ну, примем решение, будем шурфить. Вот, так по окрестности мы там все... Ну, все, что было сверху, конечно, так подсобрали. Может, что-нибудь еще есть. Больше ничего не попадалось. Смотрите, ехали мимо. А у нас чудо-поля скосили. А Вить звонил, кстати говоря, нам говорил. Тебе привет. Вот. Завтра надо с утра ему набрать будет. Может, куда-нибудь скатаемся вместе. Вот так вот. Ну что, у нас есть еще 2 часа, походим. Давно не ходили. Особенно по первому. Красота, прям ностальгия. Там сено скрученное. Я покажу. Еще даже не вывезли. О! Это кто у нас тут бегает? А, это соглушечки. Ничего, улетело. Вон они. Еще пока даже не убрали. Побродим. Сейчас я отвернусь. Похоже на то. Медный бунт. Ой, сейчас отдыхаем, ходим. Ветерок. Мракобесия летучего нет. Охренеть. 15 градусов. Балдеж. Похоже, что когда-то она была орлен. Ну, сохран, как всегда. Ой, беда. Беда. У меня еще там гирька и пломба с орлом. Потом покажу. Так. Как обычно. Ну да. Погибшая смерть храбрых. Ну да ладно. Что-то у тебя псиколка не псикает. Да псиколка все уже загибается. О, курицу видно. Угу. Вот не видно. Не обмоется. Ну, ладно, не мучаю, потом помоем. Двушка Александровская. Ну тут опять дуплетный сигнал. Тут вот такое мракобесие над нами летает. Но пока вроде стороной. Такая она, да, тяжелая. Медь, сохран убитый. Подвесочка какая-то малепусенькая. Попробуем приблизить. Ну да, там крестик нарисован. Да нет. И монетка какая-то. Да. Николаевский формат. Да. А, ну в принципе видно. Ну убитая. Ну убитая, да. Ну ладно. Так. Чуть помельче. Где? Вот это. Фокус-то. Если это оно. Фокуса нет, онлайн сейчас снимем хоть разок за этот. Ой! Пока как? Мы уже лет выбиваем это поле. 4-й, наверное. Ну, по крайней мере, их 3, поэтому да, ну, выбить тут... это практически невозможно. Кстати, здесь больше песка. Самый прикол, что их не пахали ни разу. Давно не пахали. Ну, да. Ну при нас, вот пока вот мы. Один раз тогда вспахали и все. И все, да. Ну, с тех пор мы это. Выбираем. Все ждем. Боже мой, кто? Похрюкивает. А? Похрюкивает почему-то. Похрюкивает что-то тут еще железное. Может?
не выкопала. В стене где-то. Ну, на мультике он сбивает. Ну, это не факт, что это монета. Ну, похоже. Но... Не трака мне провел, похож. Похож. На кого хож? Ой, на кокош. Это где-то есть. Да не, рядом вон там. Она родимая. Ну что это? Зеленый кружочек. Ну здесь надежда на чешую, на серебро, вот если искать, конечно, что-то. Ну сколько мы отсюда в свое время? Да дофига. И так А3 мы дернули точно. Серебряных. А, маленьких-то имперских, угу. Да. Да дофига мы отсюда чуть дернули. Ну это. Это уж так. Это полушка была. Была. Это была полушка. Совсем? Совсем. Совсем. Заговариваться уже стал. Люб, так, а что у тебя? Я говорю, империя, рамочник. В итоге это вообще щитовик. Убитенький. Кстати, этот пикап отключался. А. Выдали. Слава тебе, господи. Ты говоришь, четвертый? Да. Ага. Два без ушка. И этот второй. Ту-ту-ту-ту, рукой-то. Проба. Что-то там есть. Посмотрим. Ой, ветерок. Оп, и развалился. Нету фокуса, не увижу, я темно уже. Что-то написано. Ну, в принципе, не без серебра. Опять стемнело. Опять камера светлит. Ползем к машине. Какого года? 30-го. А. Ну, ладно. Ладно, прохладно. Машина вон она где стоит. Вон она. Пойдем мы медленно. Да. А фонари мы забыли. Пойдем на слух. Пойдем по приборам. Мадам паркуется на слух. По приборам пойдем. Лошадка. Это лось. Оп! Ушел. Убежал. Слышите? Серый туман и дождь. Светает. 6 утра. Погода наступила то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. Не 6 утра, конечно, попозже. Дождь моросит. Утро следующего дня. Птицы. Идем на одну лесную полянку, на которую давно уже хотим залезть. 1-2 года, наверное. Сейчас вроде желание появилось. Попробуем исполнить желание. Еще красота. Слышите, да? Машины еще портят чуть-чуть вид. Сегодня с нами гуляет итальянец. Из ножей. Lion Steel М4. Хорошая штука. Ладно, будем выдвигаться. Ну, как обычно, мы авантюристы, дождались, пока обещали целый день дождь, мы поперли на эту дальнюю поляну. Здесь мы как-то были, проходили. Блин, где фокус? Это остатки, по-моему, то ли метеостанции, то ли пионерского лагеря, что-то типа того. Теперь ожидаем дождь в Березняке. Там он охотничий стан был, навес. Палету притащили свежую, видимо, был кто-то в этом году. Такой вот пролесок. Ну, здесь пробки, конечно. Кругом. Советы там мы когда-то собирали вот, на той полянке. Там ранее. Ну да. Да, что-то дождик разошелся. Прикол. Сейчас будет.
Слышали, что, стоять просто переждать, походим, тут пробки пособираем, может, советики будут. Хе, первый сигнал империи. Ну, правда, убито. Но сам факт, вот так вот пособирали. Сидим, ждем, накрыло конкретно. Соорудили быстро навес вот из этих охотничьих подручных материалов. Хорошо хоть был. Поливает здорово. Сейчас бы вымокли бы за 10 минут насквозь. Березняк пропускает воду. Сидим, ждем. Самый облом, что ветра нету. Так бы его сдуло, этот дождь. А тут что-то как-то не сдувает. Вот вам и серый туман и дождь. Полушка, в смысле монетка, оказалась затертой повозкой. Полушкой, да? Или, чем? Или деньгой, чем-то таким. Полушка. Ну, затертой в усмерть. А, и конину я еще рядом нашел, не показывал, колечко конское. Дорога, что здесь была когда-то, непонятно. Или завезенная, да. Черт его знает. Пока не дошли. Вроде почти дождались. Вот наш этот импровизированный навес из мусора. Из говна и палок, короче. Да, насрали они, кажется, здесь знатно. Блин, где фокус? Попытка номер два. Ха. Вот вам и прикол. Вот сколько мы ходили. Вот, да? Рядом попал. Ну да. А что я пока лило, плохо закопал. Хотя не, нормально. Самое. Сколько лазили, да, сколько смотрели вот на эту березовую рощу. Ну, посадка и посадка, да, то есть, ну, хрен знает, помойка. Раз. Вот так. Сейчас мне что-то тоже сигналит. Короче, от лагеря, да, вот здесь шли. Пытались там через ручей пролезть, не пролезть. Глубоко. Я провалился он маленечко. Начерпал. Пошли, где ходили. Здесь где-то был мост. Там, мост был в стороне. Ну, в стороне, да. Бобры наделали дело, вон там правее. Все ручьи превратились в болото. Вот в такое. То есть, да, вон там мы где-то шли. А, ну вот здесь и шли. Вот, вон там мостик был. А здесь было сухо относительно. А здесь вон все вообще затоплено. Ну да, затоплено. Пойдем сейчас тогда вот. Здесь дорога еще туда шла вроде как. Полазим. Ладно, сюда опять нас не пустили. Никак мы не проберемся на эту полянку. Один раз мы там были в сезон клещевальни. Я же рассказывал, по-моему. Сейчас. Оп. Глазик протерли. Короче, один раз мы там были в сезон клещевальни. Туда зашли через леса, которые вон там за вот этими кустами. Там лес идет еловый. Вошли, трава еще лежала. Люб выдернула петровскую копейку, по-моему, да? Да. Или деньгу, или копейку, я уже не помню, петровскую. Но там был рой клещей. Мы быстренько оттуда доретировались, оставив ее на потом. Ну да, мост 37 метров. Да вот он, вон там был, да. Вот. Что там было, одному богу известно. Ну что-то было. Сигналов, я помню, пока шли, там чернины очень много. Может быть, какие-то строения стояли. Может быть, просто, конечно, дорога была. Непонятно. По Минде смотрели, конечно, через нее шла крупная дорога достаточно через эту поляну. Но она находится прямо меж ручьями, со всех сторон ручьями. Как островок. Господи, язык заплетается уже. 12 еще нету. Вот. Ладно, сейчас будем думать. Чего думать, правда, непонятно. Итак, друзья, опять зарядил. Оттуда ушли с этой поляны. Вон там впереди, где мы на навесе сидели. Под навесом на навесе. Люб там еще гирьку сейчас, пуговку подняла. Идем через сосновник. Такая ямина. Что было, одному богу известно. Ладно, сейчас идем к машине. Там думаем. Постоянно льет дождь. Вот. Куда деваться-то? Рубль. Да я ж тебе что говорю.
Идем вот туда, по этим ельникам, у Любы ходячка. Рубль. Я же сказал, что она больно низко звенела. Еще так глубоко. Да уж. Так, други, добрели до машины и вылезло солнце. Класс. Номер вообще. Время 1:30. Ничего больше не нашли. Решили лезть на эту поляну осенью, брать с собой забродники. И мы-то что, Люб, в берцах, я в сапогах. Тоже на пару. Все булькает, да, я еще там провалился в одном месте. Ну это ладно. Едем переодеваться и уезжаем на чудо-поля в конец добиваться. Потому что утром рада нам есть ехать в Москву. Муравьишка, поли домой. Вот. Сейчас включимся. Вот такая сейчас красота, как я и говорил. Осталось чуть-чуть, бродим. Я нацепил руль, пока только всякая шняга лезет. Любы, деньга. 31-й год. Водрузился на сток сена, сижу, балдею. А там копают. Вот тут сено. Такая погода была с утра отвратительная. Сейчас вообще пекло. Я сейчас пожище одел длинный. Думал, сейчас мокро будет. Ага. Мокро не получилось. Переодеться-то не в чем. Вся какая-нибудь хрень будет очередная. На каком? А. Чего? Монета? Советская. А. А показать? Щитовик? Ну ладно. Бог. Вообще шестерка. Бог его знает. Вот тебе и это. Красота, короче. Вот на фольговом сигнале, как обычно. Ну это как протрак. Ну, он не совсем, правда, фольговый. И выскочила вот такая и реликвия. Блин, у тебя сонный голос вообще, зевать, честно. А я что-то замаялся сегодня. Такой хожу. Нацепил руль на трактор шторма. Еле таскаю его. Я не знаю, почему так. Весь год бегал по лесам с ним вчера позже. В смысле, вчера, прошлый год. Пофигу было. А сейчас что-то замучился. Может, устал, конечно. Сегодня целый день так лазим по лесам-то. Такая вот дура. Раз. Такой солнечный день превратился в такое мрачное, пасмурное, холодное утро. Нас в итоге вчера резко прогнала гроза. Я даже заснять ничего не успел. Ух, ладрыга. Едем в Москву. Снимаю как бы отчет. Сегодня, ну, как, находки есть, понятное дело, но с зачетиков только крест серебряный. Ну, вот эти два более-менее. Так, Совет и Империя. Сколько монет-то получилось, все посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18 монеток. Пломбочка вот эта, кстати, интересная. Пока еще же ничего не мыли. Видите, орел. Потом посмотрим, что там написано. Медный бунт. Кучка конины. Кучка шмурдины. На этом... Откланиваемся. Всем спасибо. Всем пока.